И снова всем здравствуйте. Вот такой топор, который мы нашли летом, откапывали. Я решил его отреставрировать. Тут я вот уже начал маленько. Вот ничего не понятно, не видно ничего вообще. Вот видно только единственное ОТК. Вот ОТК написано. Остальное не разобрать. Почему-то ржавчина. Вот так. Вот вообще близко. Близко, близко. Вот так. Посмотрим, что выйдет из этого. Вот что получается. Когда залитый перекись водорода. Он грязь выталкивает. Это ржа. И че мне это в голову пришло перекись водорода залить его? Ну я же говорю, что под руку попалась первая. Ладно, поэкспериментируем. Посмотрим, что получится. Ну вот, продолжаем. Что мы будем делать сейчас? А сейчас мы будем... Беру наждачку. И начинаю потихоньку. Перед этим я еще масло смазал на ночь. И вот сейчас вытеру его хорошенько. И начинаю наждачкой. Не знаю, какое тут зерно. Но оно не сильно крупное. Такое примерно.
Вот такое клеймо здесь. Я не могу понять. Вот это верхнее, по-моему, это цифры. Вот эти вот верхние. Вот эта вот верхняя фигня. Вот это вот. Ладно. Продолжение следует. Короче, топор я тампончиком протер. Но протер я перекись водорода. Я добавил еще лимонной кислоты. Вот сходил, купил лимонной кислоты и соли поваренной, пищевой, мелкой. Пропорции, скажу так, кубов 10 перекиси, ну, с полложки, наверное, соли, ну и ложку, наверное, лимонной кислоты, маленькую. Вот смазал их сейчас и жду прихода, сижу. Как будет эту ржавчину отъедать? Посмотрим, что будет. Ну, должна получиться. А вот тут, вот здесь я шлифанул же, вон, видите, беленькая. Сейчас замазал вот этой всей канителью, она все почернела. Такое ощущение, что я его заворонил. Что будет, то будет, не на выставку. Для себя делаю. Ну, вот, ребята, демократ, смотрите, что получилось. Вот сейчас свет включил я, фонарик. Я вижу 1900 и тройка. Третью цифру не видать. Попробуем приблизить. Ну, это точно 1900. Вот как? Вот так, наверное. Продолжение следует. Решил вывести топор на нет жала вот таким напильником китайским. Котофей, здорово. Чё, ты есть захотел? Да? А? Ням-ням будешь? Ты пришел меня ням-ням попросить? А? Брателла. Котелла. А, котика моя. Чё прикатил-то? А? Мальчик. С пальчика. Выспался? Чё молчишь? Ням-ням будем? Ну, да, садись. Некогда мне с тобой вообще-то здесь возиться. Все хорош. Нет больше моих сил. Перекур с дремотой. Ну, продолжение у меня следует. Вот такой топорик у меня получается. Лезвие караул. Вот такое лезвие получилось. Ничего не равнял. Просто тупо. Ничего не менял. Лезвие. Прям жуть. Порезаться боюсь.
Все хорошо вертить. Ну а я все продолжаю. Вот такую заготовочку залепил. Не знаю, что с нее будет. Может, что-нибудь и будет. Вот этим топором. Импровизированная ручка такая у меня получилась. У меня еще один есть. Вот такой вот. Но он что-то хлипковатый какой-то вообще. Ну да ладно. Продолжаем дальше строгать. Я вот минут 20 уже порубил здесь. Нарубил он сколько всего. На растопку хорошо. В лес с собой брать. Березяка. Продолжение следует у нас. Моя задача попробовать убрать вот этот вот полоску. Полосочку. Не знаю, получится, не получится. Мне, собственно говоря, что получится, то получится. Я тут никаких принципов не придерживаюсь, там, как должно быть, как положено. Мне лишь бы была ручка. А какая она будет, такая будет. Я ж не специалист. Последний раз топорище делал лет 25 назад точно. Может, 26. Ну все, поперли. Вот чуток насадил. Самую малость прям. Теперь карандашом там внутри надо выбрать все как положено. И потихонечку начинаю подтесывать. На топор хоть похож. Похож, что не похож-то. Ну, продолжение следует. Нахлобучил топор на топорище. Вот такое топорище получилось у меня. Не ахти какое. Ну, мне пойдет. Надел на резину топор. Напялил. Камера велосипедная. Приготовил. Клин. Вот один. Тут еще у меня есть клинышки. Сейчас я их начну лепить. Тут наломал так. Вот так как-то. Сейчас забивать начну. Что получится? Не получится. Может, треснет. Может, не треснет. Ну, видно будет. Ну вот и все. Вот такой топор у меня получился. Резинку специально не стал убирать. Зачем? Пусть болтается. Ну, для моих целей хватит. Шлифовать больше не стал. Он и так хорош. Ну все. Можно идти корни долбить. Скоро. Май наступит. И пойдем добывать металлолом. Все, всем пока.